Советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко сравнил Facebook и ВКонтакте с Мерседесом и BMW. Мол, что выбирать — это дело вкуса, но только Facebook, а соответственно и Мерс предпочитают те, кто постарше и посолиднее, а молодые динамично голосуют за Контакт или за BMW. Мерседес и BMW в целом — это вопрос, это абсолютно одинаковые марки, они абсолютно, это вопрос веры. Кто-то верит в Мерседес, кто-то верит в BMW. Вопрос веры в Мерседес и вопрос веры в BMW — это такой же вопрос веры, наверное, в аудитории молодежная или деловая. На самом деле и ВКонтакте есть огромный пласт бизнесов, и мне сейчас пишут очень многие. А другой вопрос, что действительно во ВКонтакте, ну, например, очень много трэша для меня. И напомню, раньше из «Мерседеса» Клименко высадили, в том смысле, что заблокировали его страничку в Фейсбуке. Вот тогда советник президента заявил, что теперь он предпочитает ВКонтакте.